Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Ризики та особливості закону про олігархів – тема нашої сьогоднішньої прес-конференції. Говорити про закон будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» адвокатка, журналістка, керівниця Дніпропетровського об'єднання «Адвокат», автор і ведуча програми «Під захистом» Світлана Торопчина-Агалакова. Пані Світлано, рада вас бачити в нашому прес-центрі. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка. Я вас теж рада бачити. Вітаю вас теж. Дякую за те, що запросили. Про закон, що він означає і для чого він потрібний? Якщо ми от звернемося до проєкту цього закону, про що він, для кого він і навіщо він нашій державі? Думаю, що потрібно взагалі процитувати названня закону таке. Непростое. Якщо дозволити українською, про запобігання загрозам національної безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті олігархів. Тобто це проєкт закону про олігархів, як кажуть в народі. А якщо на народний язик такий перевести, то я так вижу из названия и вообще из идеи, что автор закона, президент, который подает этот проект закона, видит угрозу в олигархах. Вот, потому что вот он, само название такое, чтобы понять вообще для чего это. Для предотвращения чрезмерного воздействия вот этих лиц олигархов, которые имеют влияние, чрезмерное влияние, как указано в проекте закона, значительное экономическое и политическое влияние, вес в общественной жизни, вот принят этот закон. Хто такий олігарх, скільки потрібно мати грошей для того, щоб людина була за цим законом олігарха, що говорять нам, що нам говорить цей проєкт? Олигархом может быть по этому закону человеку, который подпадает под 4 категории, под 3 из 4 категорий, которые указаны в законе. Человек, который имеет политическое влияние в стране, человек, который участвует, является, я бы сказала, является бенефициаром или монополистом в стране, если перевести на народную мову, я кажу, это бенефициар, это выгодоприобретатель от чего-то. Имеет значительное влияние на средства массовой информации, вот, и имеет деньги. Активы называют в законе, это 1 000 000 прожиточных минимумов в том году, в котором, на начало того года, о котором речь идет. И на сегодня подсчитали, это 2 227 000 000 гривен. Вот если человек подпадает в 3 из этих 4 категорий, политическое влияние, монополист, выгодоприобретатель, бенефициар какого-то субъекта хозяйственного, какого-то бизнеса, который имеет влияние на СМИ, и человек, который имеет вот такие активы на сумму свыше 1 000 000 прожиточных минимумов по состоянию на 1 января этого года, о котором идет речь. Хочеться зараз більш детально так розібрати вашу відповідь і, зокрема, розпочати з такого слова, яке ви зазначали, бенефіціар, що це означає і як можна це трактувати, знову ж таки, за законом. Ну, чтобы упростить понимание, ну, многие у нас считают себя политиками, вот, но все-таки что означает принимать участие в политической жизни по этому закону? Согласно норме этого проекта указано, что это лицо, которое имеет определенные должности в государстве. Там, начиная от президента, это министры, премьер-министры, это руководители Нацбанка, генпрокуратуры. Вот эти люди, которые имеют государственные должности, либо это лица, которые связаны с бенефициаром, как говорит закон, определенной компании. То есть это вот люди, которые имеют в данной ситуации возможность подпасть в один из этих подпунктов, из 4. Также считается в законе, подпадает под пункт этот участие в политической жизни, это если человек руководит, не только он государственный служащий высокого ранга, но и он руководит какой-то политической партией. Логично, то он тоже участвует в политической жизни, либо если это лицо финансирует политическую партию. Також, відповідаючи на запитання, хто такий олігарх за законом, ви зазначили, що це людина, яка має вплив на ЗМІ. Що ж це означає вплив на ЗМІ? Про що говорить закон? Это значит, опять же, бенефициар или по понятному выгодоприобретатель, то есть собственник средств массовой информации, либо приобретатель, выгодоприобретатель от этого средства массовой информации, либо лицо, которое контролирует средства массовой информации, вот, и либо все-таки это, как говорит закон, связанное с этим лицом лицо. То есть то лицо, которое контролирует средства массовой информации, и это лицо, которое связано с ним, тоже может быть подпадать под этот пункт влияния на средства массовой информации. Ну вот, например, кто собственник вашего средства массовой информации? То есть можно говорить, подпадает под этот закон или нет, под этот хотя бы пункт, влияет, значит, на средства массовой информации, на определенные, не на все средства массовой информации, а на определенные средства массовой информации, значит, этот пункт можно к нему отнести. Хто саме буде визначати, чи є особа олігархом, чи ні? У нас есть орган, которому дано право по представлению президента страны, СБУ, члены РНБО, например, антимонопольного комитета определять, что это лицо является олигархом. Это единственный орган, который подотчетный, понятно, президенту страны, это РНБО, орган по нашей национальной безопасности, потому что в законе все-таки сказано о национальной безопасности, поэтому именно этот орган и определяет, и ставит, на его заседании определяется, что этот человек является олигархом, и он будет включен в реестр олигархов Украины. Ви вже відповіли, що буде включено в реєстр олігархів, і все ж таки, що закон говорить? Людину на цьому засіданні визнали олігархом, і що далі? Що змінюється з цього моменту, коли її визнали олігархом? Ну, во-первых, он должен будет подавать теперь декларацию о доходах как олигарх. Во-вторых, он попадает в этот реестр. В этом реестре там есть определенные в законе требования, что он указывает там, что указано в этом реестре фамилиями, там, отчество, решение РНБО о том, что лицо признается олигархом, обоснование этого. Потом в этом реестре будет декларация о контактах этого олигарха. Вот. И если этот человек все-таки будет признан не олигархом, тогда будет еще в этом реестре решение о том, что РНБО приняло решение исключить его из этого реестра. Державні люди повинні звітувати про свої контакти з олігархом. Про що це говориться? Як це? Очень интересная такая норма. Вот, поговорил с олигархом, не позднее на следующего дня нужно уже подать декларацию об этом, что был за разговор, о чем и так далее. Существует даже в законе указана такая политическая дисциплинарная ответственность за неподачу этой декларации. Вот. Но интересно, конечно, как это будет выглядеть, в общем-то, не очень понятно, но, как говорят специалисты и представители РНБО, к этому закону еще должно быть принято не менее 11 нормативных актов, в том числе там, о лоббировании, там, монопольные акты какие-то будут. Вот, они готовятся, потому что в этом пакете их явно не достают к этому закону. Поэтому как это будет, вот, но на самом деле действительно теперь государственные служащие высокого ранга, или, например, судьи даже, поговорили с олигархом, тот, кто в реестре, вот, и в законе написано, даже если он не сказал, что он олигарх, все равно это ответственности не убирается, не снимает с тебя. То есть ты должен был сразу подать декларацию о том, что ты с ним общался. Чисто от ваша суб'єктивна думка, навіщо це, для чого? Просто, от, знаєте, такий пункт доволі незрозумілий, я думаю, для багатьох. Чи є якась мета ось саме у цьому? Ну, вообще-то, конечно, есть цель, могу сказать, да, ее там, как по закону, да, вот, для чего вообще цель этого закона. Немножко она там, понимаешь ее, когда читаешь закон, уже понимаешь, для чего. И якщо українською, это мета цього закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу. Тобто, переводимо на простий язик, тобто, це возникає конфлікт інтересів в країні. Разных интересов, в связи с тем, что политики договариваются с бизнесом, с олигархами, с людьми, которые влияют на средства массовой информации и имеют достаточно большое количество денег, вот, и поэтому возникает какой-то некий конфликт интересов. Тут не написано, какой, кого с кем, но для того, чтобы этот конфликт преодолеть, вот, то вот, принимает этот закон. Кроме того, целью закона является обеспечение национальной безопасности Украины, как я уже говорила, в экономической, политической, информационных сферах, защита демократии, вот мне нравится, обеспечение государственного суверенитета Украины и недопущение случаев манипулирования, тоже мне нравится, подсознанием и сознанием граждан. Потому что если человек имеет возможность влиять на мнение людей через средства массовой информации, например, мы сейчас с вами в эфире будем пропагандировать какую-то идею, то это называется манипулирование, естественно. Поэтому, если с этой точки зрения, то вот недопущение такого конфликта интересов, например, между интересами граждан и интересами телевизионного канала или какого-то средства массовой информации, которым владеет лицо, которое называют по этому закону олигарх, то вот это вот и цель этого закона. Дякую вам за відповідь. Хочеться також трішки запитати. Ви зазначили, що будуть олігархи у зв'язку з цим законом звітувати про свої доходи. Знову ж таки, на вашу думку, чи не вплине це на появу якихось, можливо, тіньових, ну, не будемо говорити це тіньових, а взагалі от те, що будуть свої доходи приховувати? Чи зможе отакий ризик виникнути через появу такого закону? Ризик чого? Ризик того, що олігархи, щоб не будуть предоставляти оригінальні, скажімо так, звіти, тобто будуть приховувати якісь суми, якісь цифри, чи, можливо, закон якось вберігає від цього? Ну, я думаю, в мире очень огромное большое количество случаев, когда люди скрывают свои доходы, поэтому, возможно, будут, конечно. Вот. Но поэтому и организовываются всякие базы, реестры, чтобы было понятно и указано, что не только, например, сам олигарх является олигархом, если он лично владеет, например, средством массовой информации, а еще и лицо, которое связано с ним. Поэтому будут проверяться, понятно, связи лиц, чтобы человек не смог сказать, я никакого отношения вот, к этому средству массовой информации не имею. Хотя, например, там какой-то брат там, или там еще кто-то имеет. Вот тогда тоже будет считаться, что это все-таки он имеет влияние на средства массовой информации. Хочу сказать, что вот признали человека олигархом. Вот. Ну, как бы так, поскольку негативный контекст у этого закона по отношению к слову олигарх и вообще к их возможностям, к влиянию на экономическую, политическую сферу и сферу средств массовой информации в Украине, то, казалось бы, вот, сейчас прям, вот им много чего будет там запрещено или какие-то ограничения. Но вот признали человека олигархом, внесли его в реестр олигархов, окей, и что дальше? Вот дальше в законе написано, что им запрещаются всего две вещи. Вот как бы санкций таких особых нет. Больше санкций у тех, кто с ними поговорил. Вот, как я понимаю, текст проект этого закона, вот, значит, не имеет олигарх права поддерживать финансово политические партии, финансово, то есть, сказать где-то там на телеканале или еще где-то, он может сказать, поддерживает такую партию. Вот. А вот финансово деньгами не может. И ограничение в участии в приватизации. Он не может покупать или быть выгодоприобретателем при при проектах большой приватизации, когда идет приватизация каких-то крупных объектов, он не имеет права участвовать. Ну, я думаю, что он ничего не сильно очень расстроится, потому что он же олигарх. У них уже есть какие-то большие объекты, ранее приватизированные или просто купленные и так далее. Вот, то есть, два пункта. Не имеет права финансово поддерживать политические партии, если ты в реестре, и не покупать большие объекты приватизации. Я думаю, что это для того, чтобы, ну вот, как бы ты богатый, но мы тебе не дадим еще раз, еще больше стать богатым на, вот, на народном добре, который вот сейчас будет приватизироваться. И чтобы не допустить, как я понимаю, это первый пункт влияния на политическую партию, чтобы не допустить ну, сверхвлияния какой-то политической партии, если крупный олигарх будет поддерживать финансово, то она может больше и больше набирать силы, ну, для какого-то равновесия. Там. Вот. Ну, как я понимаю, вот эти два пункта, что произойдет с человеком, который все-таки попадает в этот, ну, или злосчастный, или очень радостный реестр, кто как, кто будет как оценивать, то ли ты рад, что ты в этом реестре, вот, и тебя там записали, посчитали, то ли ты все-таки, вот, ну, как-то негативно, ты там, ой, вот, знаете, вот он олигарх. Вот, поэтому, ну, с точки зрения, конечно, что люди, которые контактируют с олигархами, должны высокого уровня политики и не очень высокого, государственные служащие должны все-таки читать этот реестр, прежде чем с кем-то будут разговаривать. Они тоже должны доложить, о чем, когда был разговор и так далее. Поэтому, чтобы их не подвести, олигарх-то от этого не страдает, что с ним кто-то поконтачил, а именно те люди, которые контачили с ним. Поэтому им нужно быть внимательными этим людям, чтобы при контактах они не забыли на следующий день подать декларацию, иначе будут проблеми. Дякую за відповідь. Скільки часу закон буде діяти, і чи є у нього якийсь обмежений ось цей період його дії? Как только закон будет принят, он вступает в силу через полгода после того, как он будет принят, и он действует 10 лет. Тобто це буде ось цей реєстр по факту діяти 10 років, да. Потім він буде якось, чи він буде протягом цих 10 років оновлюватися, додаватися, або ж буде не знаю. Да, да. Ну и человек тоже может, кстати, быть исключен из этого реестра, если он перестал подпадать вот в эти 3 пункта из этих 4, которые мы с вами перечислили. Там влияние на политические партии, на средства массовой информации, собственность и влияние через связанных лиц, быть богатоприобретателем, монополистом в субъектах хозяйствования и иметь активы более миллиона прожиточных минимумов на 1 января этого года, в котором речь идет об этом олигархе. То есть если ты там, какой-то, там, как, якась ознака, я кажу украинскую, один признак из этих 4 пропал, из этих критериев ты уже не попадаешь, значит, по решению РНБО человек выключает из реестра олигархов. То есть он может быть таким и живым этим реестром. То есть что-то может меняться, может быть, время покажет практика, что олигархам будет невыгодно быть в этом реестре, или, может быть, вообще все равно быть или не быть. Поэтому если будут какие-то практика, покажет, что если будут какие-то негативы в этом плане, то, возможно, включили в реестр, потом раз выключили. Что-то там вот, меньше там, миллиона, например, прожиточных минимум, меньше, чем 2 227 000 000 гривен ты имеешь. Все, значит, у тебя уже этот признак отпадает, и ты уже не олигарх. Поэтому он может быть живым, этот реестр, он может меняться. Поэтому еще раз говорю людям, которые являются государственными служащими, особенно высокого уровня, надо внимательно следить, с кем контачишь, и следить за этим реестром. Доступ в этот реестр бесплатный, и для всех он будет вестись, я так понимаю, РНБО, вот, и можно будет посмотреть любому человеку, кто же у нас олигарх. Дякую вам за відповідь. Прошу вас підсумувати нашу прес-конференцію. Будь ласка, вам слово. Ну вот цель этого закона, точнее этого законопроекта, я только что озвучила, перевела на такую нормальную мову, понятную, я думаю. Вот. Но для меня вот всегда такой вопрос, это мы, ну вот это для олигархов или для народа? Вот я как бы все-таки за народ. Как этим законом будет хорошо народу? Вот. Ну, как мы бы поняли, что все-таки это какое-то влияние, чрезмерное влияние, как сказано в самом названии закона, на политическую, экономическую жизнь страны и в том числе на влияние сознания граждан через средства массовой информации, то в этом плане хорошо, чтобы не было какого-то перекуса, что кто, у кого больше денег, больше влияния, вот тут он и заказывает музыку в стране. Поэтому с этой точки зрения хорошо. Вот. Так время покажет, но я, знаете, у меня есть своя религия позитивной веры. То есть веры в хорошее. Поэтому я думаю, что если принят такой закон, вот, то я верю, что значит, для чего-то хорошего он принят. Так что ну, посмотрим, но я думаю, что будем верить, что этот закон нам поможет и усилит экономическую, политическую силу Украины, ее суверенитет и средства массовой информации. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно так і буде. Дякую вам за відповіді, дякую за прес-конференцію. Сьогодні говорили про особливості закону про олігархів, які є ризики і що треба знати. Нам розповідала наша гостя, адвокатка, журналістка, керівниця Дніпропетровського об'єднання «Адвокат», автор і ведуча програми «Під захистом» Світлана Торопчина-Агалакова. Пані Світлана, ще раз вдячні вам. Я теж дуже вдячна. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. І не перемикайте.